Всем привет! Сегодня в видео я вам хочу рассказать и показать, как мы сделали садовую мебель просто за один день. Быстро, бюджетно, на скорую руку. Муж привез целое поле поддонов. Мы их разложили во дворе, и я приступила к покраске. Покрывала я их морилкой под дуб. Честно, не знаю, защищает она как-то дерево или нет. Я это делала больше с эстетической точки зрения. На видео, кстати, видно, как отличается цвет покрашенных поддонов. В голове мы уже составили, какие поддоны будут снизу, какие сверху. Нижние поддоны я покрыла биотексом, так как они будут стоять на земле. Только я начала покрывать их биотексом, и начался дождь. Ну, это классика жанра, благо он быстро закончился. Как только я решила их покрасить, все. Все. Тут вы уже видите, как мы их собираем в угловой диванчик, стол делаем. Присыпали немножечко песочком землю, чтобы поустойчивее было. И приступили к спинке. Спинку мы, честно говоря, не парились, просто приколотили сзади целый поддон. Тут я уже приступила к шлифовке. Я решила не тратить свое время и шлифовала уже полностью собранную конструкцию. Зачем шлифовать поддоны, которые будут внутри? Все равно мы никак их задевать не будем. Всю верхнюю часть поддонов я покрываю аквалазурью. Цвет светлый дуб, если я не ошибаюсь. Стол мы сделали из плитки. Нашли тоже где-то в гараже, я ее даже не покупала. Приклеила просто на жидкие гвозди, и это было лучшее решение, потому что мы уже месяц пользуемся, все отлично держится, очень легко мыть, убирать, вообще все супер. Ну и, конечно же, стал вопрос мягкой части наших диванов. Тут все тоже очень просто. Мы нашли старые матрасы, старые какие-то одеяла бабушкины и просто сверху кинули вот такую обивочную ткань, которую тоже нашли на даче. Короче, если вам наша переделка понравилась, я жду с вас лайк, комментарий, может какую-то подписку. Пользуемся мы уже этим гарнитуром где-то месяц, никаких нареканий, нам все очень нравится, просто супер.